мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. В Туве с начала июня установилась жаркая погода. Температура воздуха днем в Кызыле ежедневно держится на уровне 25-30 градусов. Правительством республики принято постановление от 6 июня о продлении особого противопожарного режима на территории Тувы, которым продлено действие особого противопожарного режима на территории Тувы с 6 по 27 июня этого года. Госкомлес напоминает гражданам, что с 27 июня запрещено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. В участках на землях лесного фонда Балгазанского, Барунхемчикского, Кахемского, Кызыльского, Тандинского, Тисхемского, Тоджинского, Туранского, Чиданского и Шаганарского лесничеств, за исключением должностных лиц органов государственной власти, сотрудников специализированных учреждений и органов местного самоуправления, на добровольные пожарные дружины, лесопожарные формирования, маневренные группы, осуществляющие рейдовые мероприятия по охране лесов от пожаров, лиц, выполняющих работы по противопожарному обустройству лесов, а также на граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в лесных массивах, указанных в перечне населенных пунктов. Приказом Генерального прокурора России от 8 июня текущего года советник юстиции Пономарев Роман Владимирович назначен на должность прокурора Кызыла сроком на 5 лет. В органах прокуратуры России Роман Пономарев служит с 1 августа 2000 года. Проходил службу в должностях следователя прокуратуры Каратузского района Красноярского края, старшего следователя прокуратуры закрытого административного территориального образования города Железногорска, следователя прокуратуры и старшего помощника прокурора Центрального района города Красноярска, заместителя прокурора Ленинского района. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся приказами прокурора Красноярского края. Министерство природных ресурсов и экологии республики объявляет конкурс по отбору инвестиционных проектов, предлагающих лучшее технологическое решение по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города Кызыла. Положение данного конкурса утверждено распоряжением правительства республики от 7 июня этого года. Организатором конкурса выступает природоохранное ведомство Тувы. Конкурс будет проводиться с 27 июля по 30 октября 2018 года в открытой форме в два этапа. Первый этап с 27 июля по 30 сентября и второй этап с 30 сентября по 30 октября текущего года. Глава Тувы поставил задачу перед министрами экономики и топлива принимать меры по стабилизации и недопущению роста цен на ГСМ, вести ежедневный мониторинг цен на бензин и продукты питания. Также была достигнута договоренность с руководством ХАКАС нефтепродукта доставки ГСМ в Туву по фиксированной цене. Правительство России отменило плановый рост акцизов с 1 июня и, думаю, это отразится на снижении отпускной стоимости топлива в ближайшие дни. Цитата. «Я знаю, что УФАС по Туве держит на пристальном контроле расходы на транспортировку нефтепродуктов от Хакасии до Тувы. Наценка не должна превышать 2 рублей. Пока нарушений выявлено не было. Усилен контроль за соблюдением качества бензина правоохранителями и Роспотребнадзором. Открыта горячая линия. В целях сдерживания роста цен на продукты проводятся ярмарки выходного дня в городе Кызыле, Кызыльском и Дзунхемчикском районах. Обращаю внимание председателей остальных местных администраций о необходимости активизироваться в этом направлении». На расширенном заседании коллегии Министерства экономики Тувы с участием заместителей председателя администрации муниципальных образований по экономике, председателей сельских поселений, руководителей органов исполнительной власти и государственных гражданских служащих, закрепленных для координации действий за сельскими поселениями, обсуждались итоги реализации губернаторского проекта «Одно село, один продукт» за 2017 год. Основные итоговые показатели реализации проекта за прошлый год – объем производства продукции. В денежном выражении он составил более 340 миллионов рублей. Налоговые поступления составили около 20 миллионов рублей. Созданы новые рабочие места.
За небольшой период времени реализации проекта несколько его участников вышли со своей продукцией на межрегиональный и международный уровень. Однако из-за трех успешных участников и из-за положительной динамики отдельных показателей невозможно скрыть бородатые вопросы прошлых годов, решение по которым администрациями муниципальных образований необходимо было принять еще вчера. Фиксируется факт снижения количества участников губернаторского проекта «Одно село, один продукт» в 2017 году более чем на 20 участников по сравнению с предыдущим 2016 годом. Коллегиальный формат рассмотрения хода реализации проекта в разрезе СУМОНов участниками был одобрен, так как с учетом уже приобретенного опыта организации стартапов определенного житейского и хозяйственного опыта при создании производства продукции или услуг, не на решаемые вопросы, оказывается, можно взглянуть и с другой стороны. И о курсах валют. Доллар стоит 62 рубля 68 копеек, курс евро – 72 рубля 53 копейки. У вас товар, у нас займ. Ломбард Хотель. Быстрый займ денег под залог золота, техники и шуб. Дружба 11, 272, 27. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка. Фантовый бальзам Субидей. С уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома Алексеевский. Медицинскую помощь населению Тувы в 2017 году оказали 29 медорганизаций, 40 амбулаторно-поликлинических и более 90 фельдшерско-акушерских пунктов. В больничных организациях в 2017 году было развернуто более 3500 коек круглосуточных стационаров. Наибольшая доля в коечном фонде республики в 2017 году приходилась на койки туберкулезного и хирургического профиля. В медицинских организациях республики в 2017 году работали более 1700 врачей и около 5000 работников среднего медицинского персонала. Также в прошлом году средняя начисленная заработная плата медработников в государственных и муниципальных организациях здравоохранения республики составила около 50 тысяч рублей в месяц у врачей и чуть более 25 тысяч рублей у среднего медперсонала. За прошлый год в республике зарегистрировано 206 тысяч пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни. Уровень заболеваемости в расчете на 1000 человек населения составил около 650 человек. Наиболее частыми заболеваниями являлись болезни органов дыхания, инфекционные и паразитарные, болезни кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой системы и органов пищеварения. В течение 2017 года на больничные койки поступило более 95 тысяч пациентов врачами. Амбулаторно принято чуть меньше 3 миллиона пациентов. Для оздоровления и отдыха населения в 2017 году в республике действовало 3 санаторно-курортных организации. Постановлением правительства республики об утверждении порядка предоставления и возврата субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва частным дошкольным образовательным организациям частные детские сады имеют право на получение субсидии. Целями ее предоставления являются возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного образования, это расходы на оплату труда работников, приобретение учебников и учебных пособий, приобретение средств обучения, игр, игрушек. Отмечается, что субсидия носит целевой характер и не может быть направлена на другие цели. Для получения субсидии организация, претендующая на него, ежегодно до 1 июля текущего года предоставляет в министерство заявку на получение. Одновременно с заявкой организация предоставляет в ведомство документы. В случае, если детские сады не представили нужные документы по собственной инициативе, министерство направляет межведомственный запрос в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Тыва. С
Спонсор прогноза погоды КПК СССР. КПК СССР предлагает жителям Тувы заключить максимально выгодные договоры. Уже сотни семей, присоединившихся к движению кооперации, получают ежемесячную прибыль и знают, что в любой ситуации они могут положиться на нас и получить займ быстро, под удобный процент и без сбора пакета документов. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. Заботой о клиентах. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие и умеренные дожди и грозы. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 17 метров. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19 градусов, местами плюс 8, плюс 13. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33 градуса, местами плюс 22, плюс 27. Пожароопасность 3 класса, местами 1 и 5 класса. В республике облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западные от 5 до 10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 29, плюс 31 градус. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было.